подпишись на канал. Любит вещи повторять, дразнит он тебя опять. Заходи к нему домой, хочет вместе поиграть. Любит вечно повторять, дразнит он тебя опять. Заходи к нему домой, хочет вместе поиграть. Грязный, страшный, немного опасный, живет среди своих проклятых стен. Это Хуан, кот говорящий, пародия на Тома и Анжел. Никогда не корми его, он взорвется и станет очень злой. Будет красный, как пламя огня, сделает ужин себе из тебя. Любит вещи повторять, дразнит он тебя опять. Заходи к нему домой, хочет вместе поиграть. Любит вечно повторять, дразнит он тебя опять. Заходи к нему домой, хочет вместе поиграть. Смотри ролик, который вылез у тебя на экране, он 100% тебе понравится. Ставь лайк, подписывайся на канал. С вами был Китик, всем пока.